1 марта 2015 года заканчивается срок бесплатной приватизации жилья. По информации органов местного самоуправления муниципальных образований Зауралья, приватизации подлежат еще 13,5 тысяч жилых помещений. За 2013 год управление Росреестра зарегистрировало более 13 тысяч прав собственности граждан. Для заключения договора приватизации нужно обратиться в администрацию вашего района, а жителям города Кургана в учреждение «Жилищная политика» по адресу Коли Миготина, 89А. Консультации по интересующим вопросам можно получить по телефону справочной службы управления Росреестра. В настоящее время прием заявлений на государственную регистрацию управления ведется в штатном режиме, в порядке живой очереди и по предварительной записи. Поскольку законом срок окончания приватизации установлен 1 марта 2015 года, управление Росреестра по Курганской области призывает всех жителей Курганской области заблаговременно принять меры по оформлению прав на свои жилые помещения.